наконец-таки наступил этот день, который ждали все уже, наверное, 3 года точно. Но к этой свадьбе хочу сказать, что готовились все по-разному. Кто-то покупал наряды, кто-то готовился по-другому. Он знал, что сегодня на столах будет много шикарных кулинарных блюд, но должно быть не менее выпивки. И есть тройка гостей в этом зале, кто действительно бдительно за этим следил и готовился. Давайте посмотрим на экран, как шла подготовка некоторых гостей. Да, Саша. Все под контролем? Этот самогонный аппарат нам приносит, он друзьям доход. Между... Нет, дядя Саша, не узнаете себя на экране? Между прочим. Так, а кто-то у нас тут еще? Дядя Коля, да? Я, признаться откровенно... И сват наш. Лишь погодит электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот. Да, дядя Саша, настоящий Биг Босс. Ну, это же... Где-то розовая рубашка. Дядя Коля. Алина, хоть здесь? Лена. Да, пока кто-то готовился для того, чтобы напитков хватало, есть люди, которые готовились немножко по-другому. Разминали в пятках пятки в танце. Давайте посмотрим, кто это был и как они готовились. Наташа. Которая сказала еще в начале вечера, что она сегодня готова к самым необыкновенным танцам. Правда?